Ну что, ребят, все хорошо. Стив у нас едет. Это прямая трансляция из Техаса. Вот вам, смотрите. Big Rig Travels называется канал. Вот. Набирайте, смотрите. Это, кстати, знаменитый 40-й хайвей. Только что Алекс Брежнев говорил, что типа... через весь юг США она идет. И что дальнобойщики, мол, там разговаривают друг с другом и говорят, ты там по какому хайвею пойдешь, по 60-му или по 40-му. Вот так. Так что у меня есть теперь знания. Ну, так же, как что штат Индиана начинается через мост после Чикаго. Ну, такие мелкие знания. Но они очень приятные. И что я хочу сказать, что к Техасу почему-то я тепло отношусь. Ну, понятно, из детства. Техасский рейнджер. Рейнджер Уокер. Итак, дотянули мы с вами до 11 марта. Завтра у нас день рождения у моего друга Виктора. Вообще принято говорить в моей жизни. Вот видите, видите комнату формы корабля. Вот комната в форме корабля. Недалеко не у каждого. В общем, принято говорить, что у меня два друга. Георгий и Виктор. Ну, друг Георгий уже лет 10 не дает о себе знать. Но... Черт. У меня же есть два великих друга. А это просто друзья. Короче, Виктор похож на в криминальном чтиве ты танцевал. Траволта. Как две капли воды. Ну, да, кстати, он кокетничает, конечно, но ему тоже уже хочется сняться. Я ему говорю про... Показывал ему свои интервью на канале. Студия Джона. Вот-вот, глядите. Класс, да? В прямом эфире. Так что будем живы. Будет канал. Будет и Виктор. Все. Идем публиковаться. Вот, 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 вот. Это видео заходит сюда. Кстати, есть фильм «Черное зеркало». Остроумное название. Но мне оно не очень нравится.